Зимний городок в столичном парке Амазония может не открыться. Такое сообщение опубликовали в официальной группе этнокомплекса месяц назад. На прошлой неделе в инстаграм-аккаунте Амазония появилось другое. На месте парка построят жилые дома. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Мы свои обязательства сполна с честью выполнили. 1 миллиард 357 миллионов рублей вложили. Появились дороги, появились тротуары. Появились места. Сегодня трассы, все эти тротуары освещаются. А вот инвестор с задачей не справился. Океанариум, зоопарк, спортивный комплекс. В этнокомплексе «Амазония» должны были построить 8 объектов инфраструктуры. На сегодняшний день ООО «Три групп» 2013 года вложил всего 37%, которые должны быть 100% не вложить. Это 872 миллиона составлял. Всего. И ни один из туристических объектов на сегодняшний день не введен в эксплуатацию. Столичная администрация решила не продлевать договор аренды с застройщиком. Он закончился 17 октября. Город направил заявление в суд о возврате части земельных участков. Те, на которых уже есть строение, инвестор получит в аренду. Это 5,5 гектаров. Новый инвестор появится только после проведения аукциона. Конкурсный отбор мы видим через концессию или муниципально-частное партнерство. В целом концепция парка утверждена, вот она на слайде. Никакого строительства жилья крупных торговых центров там, в виде ленты здесь не предусмотрено. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.